Итак, всем добрый день. Делаю обзор автомобиля Volvo. Есть ролик этой машины. Хочу показать, как мы сделали автомат. Он в режиме автомат у нас не работал. Мы связали, здесь мотор стоял Cummins 11, напомню. Мы связали вот с этим автоматом две педали. ZF Meritor коробка называется. Вот как он работает в автомате. Хотел вам продемонстрировать, показать, как работает автомат. Вот такие параметры мотора, вот давление, вот вода уже, наверное, под 140-150. Хочу показать, как он ездит, в общем, на автомате. Вот так джойстик вперед толкаем. Вот, третью передачу включает. И поехал. Смотрите, как работает этот автомат. Это был спецзаказ клиента. Он хотел этот Cummins 1 с этим автоматом. Вот так автомат переключает передачи. Вот так свистит турбина. Вот так он едет. Покажу. Вот уже. Он может передачу кидать, кстати, на 2, на 3. Этот автомат он может перекидывать скоростя, потому что он понимает, что, в общем, большая скорость, типа, ну, можно перекинуть через 2 педали. Вот 11-я передача, 11-я скорость. Где-то он едет сейчас 90 км в час. Вот 12-я передача. Вот так автомат работает в автоматическом режиме. С Cummins 11 мы его завязали. Вот разогнал уже его 100, 110 практически, да. Все, вот такой вот ролик небольшой. Так как клиент этот с Якутска, я хочу предложить моему клиенту, вот так он когда тормозишь, кстати, назад кидает. Хочу предложить моему клиенту, дам ему прицеп, у меня есть прицеп, термос, дам ему прицеп. Здесь по месту пускай человек на этой машине 2-3 рейса, не знаю, сделает неподалеку, крутнется. Потому что все равно здесь очень был большой объем работы. Где-то, может, провода, где-то еще что-то, какая-то мелочь, чтобы он, ну, где-то тут поблизости, ну, то есть крутнулся. Машину проверили, он 2 рейса, грубо говоря, сделал в радиус там 500 километров. Я ему дам бесплатно свой прицеп. Пускай он прокатится, сделает пару рейсов, вдруг что-то, мало ли, что-то вылезет, тоже мало ли, по проводке, я больше по проводке переживаю, потому что, ну, связать это все так же не так просто. Хочу такой вариант ему предложить, пускай 2 рейса сделать или рейсик сделать, не знаю, прокатится, вдруг какая-то мелочь вылезет, мы это сразу тоже сразу устраним ему, и он поедет в Якутию, как бы, я хочу предложить ему такой вариант, я считаю, это более честно будет, как бы, я буду спокоен, и он будет спокоен. Ну, в любом случае, машина уже чуть уже проверена будет. Не знаю, согласится он или нет. Ну, хочу предложить, чтобы он рейсик сделал. Посмотрел, как машина тянет. Как, ну, проверил ее всю. Больше электроника, конечно. Хочу предложить ему. Посмотрим, что он скажет. Ну, все, вот такой вот обзор. Сейчас буду разворачиваться. Вот так автомат работает. Все, всего доброго всем. Не болейте.